Добро пожаловать на канал Лали Геймс. Продолжаем строить нашу школу магии. И сегодня мы достраиваем общую комнату. Ну, пытаемся, по крайней мере. Ну, вы видите, на самом верху у нее так и не получилось. Ну, а здесь? Комната приватная, без эффекта. Может быть, и здесь снести надо? Нам нужно их уничтожить, и прям сильно, потому что они этот этаж, по-моему, захватить пытаются. Кажется, еще тут пора светильники повесить. Наше освещение. В саду что-то новое добавилось, судя по всему. Нет, нам же ровня не нужна, нам нужен факел. Факел сюда, факел туда. Вот так. Так, смотрим теперь. О, появилась на самом верху. Общежитие теперь. Отлично. Значит, сюда нам тоже нужно бахнуть эту крышу. Вот так. Ай. Ну зачем же это отменилось? Вот так. И вниз как-то. Приметь. Стройте, пожалуйста. По поводу того, что у нас теперь же здесь общежитие вот есть. Так, что нужно над землей? Еще одно окно нужно. Нам сюда. Ну, они пишут, что им нужно либо большое окно, но большого окна у нас нет. Так, здорово. Еще одно, пожалуйста. И я сейчас всех наших молодых студентов переведу сюда жить. А вот отсюда, я думаю, мы им сделаем, скажем так, проход на эту сторону, чтобы им в школу, в столовую не так далеко ходить было. Так, ну что, все еще общежитие. Требуется нас... А что опять не так? А знаете что? А возможно, нам нужно вот эту стену снести. И сейчас мы так и поступим. А вместо нее бахнуть сюда колонну. А проблема у нее в том, что она теперь не приватная. Ну, в принципе, нам можно убрать... Тогда нам нужно будет здесь сделать проходную комнату. Для начала... Вот честно, строим просто как... На пальцах. На кончиках пальцев. Так, и сносим вот эти чудесные лестницы. Прекрасно. Соответственно, вот сюда и все. А вот эту теперь стену мы тоже сносим. На одну спальню, конечно, получается меньше, но что поделать. Зато здесь у нас будет офигенное огромное общежитие. Выберем изучение. Я думаю, что мы потихоньку, наверное, вот эту ветку сегодня попробуем закончить. Добавится могила доброго мага, фактальная форма грядка, палочка тьмы третьего уровня. Ну вот до палочки тьмы мы, наверное, еще не доберемся, потому что свитков не хватит. Но вот второй уровень мы вполне можем попробовать в этой серии закрыть. Так, ну, пока все спят, мы продолжим наши страдания. Снимем, как обычно, крышу. По-хорошему бы здесь вот этот, наверное, пол, вот этот убрать и выровнять просто. Тут переход был ровный, и все. Поэтому колонну мы, пожалуй, тоже снесем. А еще переместим по факела пока в эту часть. Потом поставим, конечно, назад, но... Работайте, господа, работайте. Также, что у нас сегодня еще нужно нам сделать? Нам обязательно нужно провести усиленный ритуал. Для чего нужно? Для того, чтобы как можно сильнее его отодвинуть. Добраться до новых залежей всяко-разного. То мы можем... Боже, как они работают. Мои вы прелести. Огороды копают, эти носят. Зачем нам эти люди, правда?
А тут у нас опять общая комната. Судя по всему, сдвинули. Прям нехило, кстати, сдвинули. Практически на максимум. 19 дней. Здорово. Давайте смотреть, что открылось. Так, ну это мы уже видели. Тут всяко красивое. Может, там еще куда дальше? Ну, нет. Ладно. Для мрамора нам нужен камень большого уровня. Поэтому, кажется, пришло время... Ну, как вы понимаете, этих двоих я почему-то до сих пор не хочу убирать. Но вот Криса мы, в принципе, мы его особо уже никуда не берем. Можно и на пенсию спроводить. Так, вот с этого и продолжим место. Так, на пенсию с почетом у нас уходит Крис. Его проводят молодые коллеги. Вперед. Потом пройдемся по кристаллам. Победим всех. Ну или нас победят, там как пойдет. Потом Бресси, точнее не так, сейчас отправим Криса, потом Бресси у нас сделаем преподавателем. Вызовем еще одного ученика на данный момент. Так, все есть. Теперь нанять сотрудника мне надо. Ритуал. Нанять сотрудника. Бресси. Вперед. И пока там призывают, нам нужен... Ну, давайте еще одного земледела. Нужно больше ритуалов в нашем ритуальном заведении. Кого наша девочка камень превратится? Какая-то ритуальная дама камень. О, кстати, у нее вот здоровье чуть-чуть добавилось. Она какую-то из медалек, видимо, закрыла. О-о-о, а вы смотрите, какое? Четыре. Четыре этих. Три. Блин. Хочу попробовать четыре, но стрёмно, конечно. Кристалл мести. Ну, давайте... Нет, надо дождаться, пока ученика призовут. Тут наших боевых ребят взять. О, человек. Зовут Лиам. Здоровье ХП неплохо, а вот эти статы так себе. Что ж. Лиам, добро пожаловать. Так, давайте посмотрим. Нам, нашим ребятам, что тут нужно? Выше и быть сытым. Джесса надо с собой брать. Он у нас, кстати, природник. Значит, Джесса мы с собой берем. Значит, мы берем только Джесса. Хорошо. Подготовимся. Ну, как-то так. И так как мы идем на очень важную миссию, мы возьмем по 10 банок. А, 10 всего. Ну, 7 банок на ХП, 3 банки на ману. Все. С богом, ребята. Будем надеяться, что все живы останутся хотя бы. Такой, знаете, боевой звук. Музыка. Как будто бы намекает, что нас сейчас ждет некислая разборка. Понеслась. Ого, какие они жирные! Ну, эту снесем сразу, а с этими, видимо, придется по одному. Ого-го! Ого-го! Жесть просто. Ну, мне кажется, нам надо бежать. Мы как бы... Нас сейчас отмудохают тут явно. Так, поднимаем броню. Бафаем. И он же ж уже столько не нанесет. Так. Ну, месть наложим. И самоубиваются. Ну все, сейчас будет минус Дмитрий. Ля, жесть какая. Вот это так нас еще на... Карали, скажем так. А малого убьют. Капец. Малый, беги просто. Он не убежит.
Ай-яй-яй-яй-яй. Это прям, конечно, да. Разгром полнейший. В общем, на 4 нам пока ходить не стоит. Так, ладно. Сейчас они придут в себя. Теперь им 30 дней надо как-то с травмами прожить. Как-то прям неприятно. А тут праздник идет. Риск срыва. Все понятно. Идите отдыхайте, пожалуйста. Вам покушать. Потом поспать. В больничке бы полежать. Приходите себя, в себя, в общем. А у меня тут как раз все практически разобрали. Так, продолжаем реконструкцию. Ой, вот тут не надо. А тут отмена. Кого риск срыва там? У Энца. Ничего, сейчас покушаете, отдохнете. Все с вами будет хорошо. Тут теперь можно кровати, кстати, в несколько рядов построить. Тут будет, скажем так, спальная зона. Здесь вот это вот отдыхательная. Я не хочу знать, что они там делают, честно говоря, с такими звуками. Все, по местам расставили. Мне просто нравится, как это выглядит, честно говоря. Эти половички под кроваткой. Почему-то мне напоминает, я не знаю, это старое общежитие. Еще один половичок надо сделать. Культура ужаса заражает почву. А, какая-то штука. И вот теперь у нас может быть 9 студентов. Да, здесь закончат все разбирать. Гибель и мрак. А ты где? Ты где там? Что ты хочешь сделать? Покушать? Или... А, ты шьёшь. Нет, давай ты получишь медицинский отдых, и мы над тобой проведем ритуал. Так, его же можно как-то исцелить там? А, у него нету статуса, который бы надо было лечить. Это его нормальный статус. Иди тогда вот отдыхай и танцуй. Танцует от души. Ну, кстати, его теперь не надо гонять. Чтобы он сам танцевал долго, ну, несколько раз подряд. Он это вполне себе делает сам. Так, это будет кровать Дэнни. Сотрудников доступа нет. Дэнни. Это кровать Кена. Это кровать Лиама. Это кровать Джесс. Исаак. История. Так, теперь всем студентам, если что, нужно переехать жить сюда. Им теперь, конечно, далековато добираться, но зато у них будет больше прикольных вот этих бафов о том, что они спят в хорошей комнате. А у нас, знаете что, проблемка. У нас один из детей почему-то ночевал нигде все. Ну вот. Ну ладно, может он не дошел. Был уставший и все такое. У них 15 сознания, 5, этим спящим, 15 обедающим и 5 отдыхающим. Замечательно. Это общага, я понимаю. Мы продолжаем попытки разобрать тут все на свете. О, я смотрю, грязь опять появляться стала, метелки закончились. 2 метелки. Значит, надо сразу 2-3 носильщика делать. И пару лесорубов. Носильщиков, наверное, надо чуть побольше. Вот, пусть, короче, пусть у меня их будет много. Так, изучение. Продолжаем изучать. Что у нас тут с этой стороны еще осталось? В принципе, тут мы все забрали, кроме темного искусства. У нас закончились свитки. Нам надо в подземелье идти. Здесь вот есть портрет. Короче, красота какая-то. И роскошные кровати. Это нам для преподавателей надо. И вот начнем мы с них, пожалуй.
Башню ветра еще какую-то там потом вот это строить. Ух, сколько дел, сколько дел. Тем временем нужно призвать еще ученичка. Я же могу, я могу. Вперед. А некоторые уже как бы доучились. Вот только с медальками у них проблемки. Лесорубы мертвые лежат. Кто ты? Ну, неплохо, в принципе. Посмотрим, насколько ты будешь. Это мы сделаем. Личинку, правда, я тебе фиг найду. Где она вводится, эта личинка? Так, разобрали. Разобрали. Двери разбирайте еще. И потом снесите вот этот пол. Что у нас тут? А я и думаю, а что у меня кухня типа не становится какой-то кухней, а тут, блин, потолка не хватало, оказывается. Или это я разобрала. Ну, неважно. Сейчас это не принципиально. Принципиально это станет чуть попозже. Нам буквально вот на две подняться выше. И дальше вот сюда вровень. А потом как-то выровняемся, я думаю. Самую важную часть выполнили. Теперь нам нужно стеночки поднять. Вот сюда. Вот так. Чтобы потом прокинуть вот так этаж. Вот здесь сделаем переход. И они смогут ближе добираться до столовой. Факел сломан. Кто его сломал? У нас тут кто-то бродит? Кстати, я подумала, что у меня носильщики перестали опять таскать предметы, скажем так. И что было бы неплохо нам тут сундуков натыкать. Чтобы добро, которое у нас там везде валяется, можно было наконец-то донести. Вереница понеслась на кормежку. Гляньте, каким они ровным стадом все идут. Нам нужно будет добавить еще котел. А почему кашу не делают? Может, ее надо наверх поднять? Вот рагу из тушек я бы вообще убрала. О! Так, а что у нас тут? Комната без эффекта. А почему ты не кухня? Дымоход нужен. Куда я тебе должна дымоход воткнуть? Скажи, пожалуйста. Ну, давай посмотрим. Так, механизм. Обучает навыку ветер. О-о-о. Гляньте, какой он большой. Знаете что? Сдается мне, что у нас тут вот-вот где-нибудь здесь сейчас появится кабинет. Еще лучше он появится вот здесь. Вот так, например. А чё бы нет, пусть будет. Дальше. Строим двери. Слушайте, я в прошлой серии сказала, что я чувствую, где, что скоро конец. Это неправда. Вот. А можно ли построить как-то вот... вот так? О. Можно. Отлично. У тебя тут не нужно, чтобы ты прям наверху была? Нет, не нужно. Теперь мы сможем сюда подниматься. Это хорошо. Потому что я бы здесь строила бы стеночку. И тут как-то вот так, а вообще просто, чтобы в дальнейшем вот их как-то подровнять. У нас вообще очень интересная архитектура тут получается, конечно. Даже вот не подровнять, а вот так. И в принципе даже вот так. И вот тут сразу вот эти убрать. В принципе, стандартные наши 4 в высоту, что есть неплохо, потому что это позволит... Вот здесь потом проведем лестницу, и тут у нас уже они вот будут вровень до момента. Единственное, что, возможно, стоит не соединять. Вот здесь оставить одну пройму, потому что если я их соединю, то опять у этой пропадет эффект, что оно на самом верху. Пора бы заняться еще одной комнатой преподавательской. Насколько это возможно. Вот коврик. Вот так. Что нам нужно?
Нам нужно поставить классную доску и книжный шкаф. Так, мы можем? Не можем. У нас до сих пор нет мозга. Куда мозг делся? Мы же этих куриц перебили прям прилично. Наш вот этот слизистый друг научился изучать. О, все, супер. Бесконечно делаем мозги из трупиков крова. Как они красиво пинают эту штуку. О, теперь они поделились, кстати. В двух классах занимаются. Так, замечательно. Теперь самое время сразу фонари повесить, потому что борьба с грибами make me sad. Хотя у меня тут миниатюрка где-то была еще. Ну, кстати, интересная конструкция получилась. Мне прям нравится. Ну и сюда, естественно, фонарь. Этим грибам только дай появиться. У меня тут еще есть ряд бесхозных, так сказать. Что ты такое? Дровосек. А дровосеки могут дровосечить вот эти растения? Не знаю. Ну, сейчас узнаем. Так, тут еще кристаллы есть. Вот их можно подобывать. Сладколистые деревья. Так, идем смотреть. Дровосеки дровосечат? О, дровосеки побежали дровосечить. Супер. То есть им все равно на навык получается. Там, кстати, это следовало, значит, должны строиться шахтеры. Нужны шахтеры. Прям 6 штук мне давай. 6. О, это шахтер, походу. Колесико. Да. Какая скорость. Восхитительно. Соответственно, добычу бахаем, мрамор копаем. Все копаем, что можем. Туман-то приблизился, но еще не то, чтобы прям вплотную. Так. Убить. Сладколистые деревья тоже рубить. Вообще все забрать. Все, что мы можем забрать, надо забрать. Фрактальные штуки, я не знаю, что оно такое, но пускай тоже заберем. Все заберем. Ну, кстати, вот вы заметили, что с добавлением большего количества граммофонов у нас как-то они прям страдать перестали интенсивно настолько. Красный факел сломано. Где? Вот здесь. Чарли, ну почини. Ремонтник, видимо, тоже навернулся уже. Что бы хотелось еще сделать? Хотелось бы еще сундуков партию куда-то воткнуть. Вот эта проходная комната, мне прям кажется, это была бы неплохая идея. Еще наверху надо книжные полки поставить и... О, боковой дымоход для кухни. Запрещено в комнате. Замечательно. А вот как я тебе должна... Куда я тебе должна дымоход воткнуть? Я не знаю. Вот сюда, может... Могила мага. Дух, который будет исследовать туман. Ну что, бахнем. Кладбище. Как жизнь кипит, однако, правда? Давай, Чарли, изготовь мне дымоход и посмотрим, хватит ли этого для кухни. Или нет. К тем временем, пока Чарли носит свои вещички, мы все еще не можем. Да елки-палки. Куда деваются мозги? Мозги, наверное, куда-то в этих... В рабочих уходят. Есть у меня такое подозрение. Ну да. Ну, вроде всех сделали. Сейчас, наверное, всех уберу. Потом дождаться, пока все вымрут. Заново зарядить эти очереди. Ну что ж, тогда нам нужно идти на крова охотиться. Уже как они кайфово копают. Только успевай носить, называется. Меня интересуют больше мозги. Знаете что, по-моему, пришло время нам построить еще одну вот эту штуку. Потом вот еще одну. А фонарь с маной переставить куда-нибудь, я не знаю. Куда-то. Куда-то на улицу. Или вот сюда. Сюда. Вот. О, можно сделать гроза. Ух ты. Мясо из чего делается? Из маленьких туш. Делать
не знаю, до 20. Что-то уничтожено молнией. Ля. Ты крыса, хочется сказать. Так. Вот это, конечно, прям внезапно. То есть, если крыши нет. Так. Дымохода не хватило. То есть кухню надо выносить выше еще. Вот зараза. Он мне весь потолок снесет. Ну, блин, ладно. Так, вернемся к нашим желешкам. А ты мне должна изготавливать мозги. Бесконечно. Ну и мяско. Мяско до 20 доведем, а пока хватит. Мозги бесконечно, нужно много мозгов. Так. На доску наконец-то хватает. Теперь мы можем здесь бахнуть досочку. И два камня, два книжных полка. Такой у нас будет кабинетик. Ладно, что ж, думаю, серия получилась насыщенной. Всякого разного у нас тут произошло. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, увидимся в следующих сериях. Всем пока!